Всем привет, с вами Информ ТВ. Вчера, 4 февраля, знаменитая российская певица, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина праздновала очень значимое событие – день рождения своих детей. Артем и Марта появились на свет в США ровно 12 лет назад. Долгие годы в СМИ судачили, что дети родились благодаря суррогатной матери, ведь на момент их рождения Диане было 35. И вот вчера вечером она развеяла все слухи, показала архивный кадр, на котором она запечатлена беременной двойняшками. 47-летняя певица опубликовала сразу несколько снимков в честь дня рождения детей. И если на первом она предстала беременной, то на следующем были дети сразу после рождения, а на третьей фотографии показано, какими они стали сейчас. Цитата. «Доброе утро, страна! Вот он вектор движения жизни и смысл того, что создал Господь. 12 лет, как 9 месяцев», – подписала она трогательный пост. Поклонники сразу принялись поздравлять ее с радостным событием в комментариях. «Пусть у них будет счастливая жизнь, много классных моментов. С днем рождения, деток, Диана, с самым важным и счастливым для вас днем». Уже такие большие, но в нашей памяти еще совсем маленькие, пишут пользователи сети. Напомним, Арбенина до сих пор не говорит, кто отец ее детей. В одном из интервью она лишь отметила, что он живет в США, имеет русские корни и дети с ним еще не знакомы. А как вы считаете, похожи ли дети на маму? Пишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели наше видео. Удачи!